Доброго здоровья, мальчики, девочки. Ну что, наступает третий день. Пора приступать к извращенной форме жизни. Настройки сложности меняем. Скорость меняем. Но остальное тут все остается как обычно. Ну что, поехали. Ну вот мы и тут. Поменял тут ящики, поменял тут чуть-чуть. Ой, бля, опять этот дождь пошел. Щоп он бил здоров. Ночь почему-то удалась. Прибил тут пару курочек. Два яичка у меня было, поэтому я тут себе омлет с беконом сотворил. Поскручивал еще в магазине все, что тут можно. Так, это надо вы... Это надо куда-нибудь туда выкинуть. Так, где у нас тут спуск был? О! У меня тут собственная яйцеферма. Оп. 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 Так. Мы здесь, мы здесь. Поэтому мы эту штучку вот сюда и выложим. Вот так. Ну что, побежали. Так. Где наша? Эй! Тама. До встречи у торговца. Чинкабел, чинкабел. Так. Мне тут посоветовали не продавать все сразу. Складировать. Так и сделаю. Это тоже. А это мы вот сюда засунем. Вот так. Так, что у нас тут? Ничего. Welcome. How can I help? От велком и слышу. Надежда, как говорится, умирает последней. Сказала любовь и пристрелила веру. Как обычно. Сама засунь. Офис, кафе. Ранчо. АЗС. Ранчо. You're looking a little weak. А давайте кафешку. As you wish. Это, по-моему, рядом с моим домом. Которая. Может, там что-нибудь пожрать дадут. Плавно приближаемся. Я тут уже ковырялся в этом мусоре. Пусто. А тут не ковырялся. А тут ковырялся. Не ковырялся. О, денежка. Сейчас мы два раза вот эту штучку снимем. Один раз и второй раз. Ух ты. Ну что, поехали. Еще раз снимем. Не жадный. Нам не сложно.
Так. О. Клиент. Был. Дай что-нибудь. Вот же это. Интересно, ты много стоишь? О, стоишь? Так, табуреточки. Тоже. Немножко, но стоит. Тихонести. О. Ой. Блин ты какой. Вкуснее. Ой. Да, что-то они пробиваются немножко сложнее. Хотя не так уж и сложно. Закройся. О, офий. Офий, это хорошо. А это хоть что-то стоит? Ого. Баночка. Баночка. Давай ты со мной пойдешь. Тебя надо совсем близко снимать. Так, я так понял, это на улицу, а это сюда. Так, забираем и отправляемся. О, они все тут. Оп. Сейчас проверим. Никого. А где все? А, тут уж что есть. Вот оно. Ух ты ж. Чё у вас так много вдруг стало? Тихо, тихо. Тихо, дядя. Против лома нет приема. Если нет поболи лома. Ну, это предсказуемо. О, снимается. Хлоп. 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 Его снимаем. Деньги нужны. Оп. О. Во-первых, это отдай. Ну, тоже. Так. Вода в минус. Ну и что? Воду мы сейчас попьем. Так. Лампочка. Еще вот эта штучка. Все, снимать больше нечего. А, есть чего. Лабысь. Лабысь.
Тоже неплохо. Кстати, о воробушках. Легка подлечимся. Шамвэй, дай что-нибудь. Плиасия. Негодяй. Так, нам куда? Нам туда. Тут как-то спуститься можно? Чтоб себе не переломать ничего. Можно. О! Иди с баночками. Говно всякое. Латунька. Книжка. Книжка нужна. Как обычно. О, зато машинки обновили. Сейчас пробежимся. Блин, перышко одно только. Ничего. А автобус? Что тут в автобусе забыли? Два болтика, блин. Ладно. Побежали. Так. Сперва выложим. Что мы на продажу притащили? Пускай тут лежит. Hey. От хей и слышу. Рака в баре. О! А вот это интересная книжка. Так. Давайте что-нибудь смотреть. Ну, тут как обычно. Что тут? Урон 34. Топор. Ого. Let's not waste так, а что у тебя есть из... Аж не сипой. Что у тебя есть из пулятельного? Ага. Тоже 34. И стоит недорого. Относительно, конечно, недорого. Ахо-хо-хо-хо. Это не то. Да ну тебя нафиг. Хо-хо. Ладно, мы вот это возьмем. Хоть он и хреновый, но по сравнению с нашим, хоть как-то в голову может залепить. Так, этот мы... О. Very well. Это мы не продаем, это мы вот так делаем. Так, заряжен, заряжен. Давай сразу следующее, что не будет. Really? О, заправка. Awesome. Забираем. Так, лишнее мы... Точно ничего нет. Ничего интересного пока для меня нет. Так. Ты сколько вообще стоишь? Ладно, сюда пойдешь. Это мы сразу читаем. Сюда, 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 сюда. И давайте сварим пару водичек.
клиент. Надеюсь, ты сдох. Надежда сама сдохла. Ладно. А веслом по чайнику. Ага. Веслом по чайнику не каждый выдержит. Еще один тут шляется. Эй! Шлюн! Блин! Дерганый! Это как? Сдох? Я слышу звуки. Нету. О, нам оттуда начинать? Стрелу отдай. Негодяй. Я глазам своим не вижу. Офигеть. Кто свалился? Кто упал? А, это там. Оп. Привет. Кто хочет на Колыму? Закройся. А. Оп. Оп. Не такие уж вы и страшные. Да вы меня сегодня балуете. Иди сюда. Иди сюда. И ты иди сюда. Тут, как обычно, ничего. Сплошное гнилое мясо. Ты там еще мучаешься, ну мучаешься. Так. Любые прохладительные напитки все забираем. Абсолютно. А тут ничего. А тут ничего. А тут вот это. Офигеть, она какая настырная. Так. О. Пусто. А тут пусто. Боже, какая она настырная. Зайчик. Бегает сволочь. Бунть. Нефиг. Ого. Кто-то свалился чуть ли не нам на голову. Сдохни. И тебя туда же. Что-то дают. О, химстанция. С пустом.
Так. Лампочка. Да? О. Стоит. Лежит. Опять стрелушный колгат. Прикольно. Ой, там внизу. Ой, там внизу. Так, кирпичики мы заберем. Пригодятся в хозяйстве. Железяки. Ну что ж, let's go. Бунт. Так, это на обратном пути заберем. Ага. На тебе в ножку. А вот так. А вот так. Ты что? А вот так. А вот так. Да что ты делаешь, мой? Че вырла? Встань, животное. Блин. Ага. Толку с этих форм. Развешу на один раз. Тетка, ты чё? Ты же не краб. Ты тетя. Встань на ноги. Ты даже когда-то... На тебе в сиську. Забираем. Забираем. А то я уже забрал. Что тут еще? О, еще консервочка. Господи. Пантроны. Ух ты. Читаем сразу. Да, только чинить тебе нечем, поэтому ты пока еще только одноразовый. К сожалению. Водичка, водичка. Конюшка.
Все? Больше ничего нет? Ничего. Поехали отсюда. Только лампочку заберем с собой. И проверим, что я в магазине все забрал. О, тут лампочка. Оп. Тут ничего не забыл. Гвоздики. Блин, как я смотрел. Ладно, поехали отсюда. Оп. Долго тебя колупать? Ой, долго. Ага. Ладно, почапали домой. Ничего не появилось. Ничего не появилось. А тут тоже. What do you want from me? Fascinating. Так. Good to see you. Мы вот это возьмем. Ой. Комплект с винтовкой из трубы. Набор велосипедных запчастей. Я лучше вот это возьму. Одноразовую винтовку. Или ноги беречь. Так. А давайте посмотрим. Ага. Читаем. Разбираем. Я сказал, читаем. Ладно, закончим пока здесь. Офис. Ага, я тут уже был. Но был в другом мире. Ладно, сходим. Сейчас мы только наколупаем себе водички. Так. Делаем так. Ой, тут 3 минуты надо. А уголечка у меня тут не завалялась. Завалялась. Лучше один уголечек потратить. Вот так. Вот так. Готовься. Ну и. А куда я ее дел? Ага. Вот так пусть будет. Выкладываем продажное все. Да, где тут у нас еще есть? Ой. Давай сюда. Вот это мне там нафиг не надо. Что у нас тут еще на продажу пойдет? Вот это. Ну, ладно. Пусть здесь валяется. Часть с собой возьмем.
Мало ли. Ой. Я хотел посмотреть, сколько я могу стрел еще сделать. Пёрышки, я что, пёрышки все выложил? Да. Две железные, а остальное вот так. Так, ой, не сюда я пошел. Горишь, гори. Кто вы? Так, что тут еще выкладывается? Блин. Ага. Тут еще одна осталась. Так это можно и сюда, по-моему. Ясно? Не можно. Так, поехали. Слегка отъелись. А? Офис. Эх, голова два уха. Пока бежал сюда, выключил запись, чтобы кинопленку зря не тратить. А когда прибежал, забыл включить. В принципе, квест я уже закончил, потому что там этот сундук был прямо у дверей. Но до главного лута я еще не добрался. Пока еще. Так, там что-то есть. Тут есть коробочка. Отдай коробку. О! Тоже неплохо. Закрыто. Закрыто. Ясно. Нам куда? Нам показывают туда. Туда. И туда. Али. Гоп. Тут точно никого нет. А если найду? Ага, нет. Есть. Стоят. Я еще и промазал. Твою ж дивизию. Так. А тот как стоял, дергался, так и стоит, дергает. Да дергался пернатый. Ой. Ну, посмотрим. Кровь. Патрончики. Тоже неплохо. Отдай. Крэкбук. Который сейчас будет пустой. Разумеется. Пить.
хочет, бедненький. А насчет того, что собрал. Внизу стоял автомат, консервы вытащил оттуда. Богато было. А в принципе, сами видите, ничего интересного и нету. Это было раньше. Поехали. Так, фоляник с собой. Что тут еще можно стырить? А больше ничего. Только разве что это. Хоть доски дают гвоздики и тряпочки. Сейчас я быстренько тут все эти чемоданчики. Ой. О! Ящик не тронул. Ну и что, что не тронул? Так, часы. Часы, идите сюда. Там вроде лампочка. Так. А до той лампочки мы потом доберемся. Так. Дотянусь. Дотянулся. И сюда. Лампочка. Что тут еще скрутить можно? Часики. Часики можно скрутить. Они хоть что-то стоят. О, да. Ну, это еще куда не шло. Так. И одна лампочка. Все. Ой, лампочек сколько. О! Офигеть. Лампочный босс. Так. Тут все. Тут вроде все. Куда нам ехать? Туда. Побежали. Так, что ты нам дашь за труды наши тяжкие? Okay. Hello. О-о-о. То одно говно, то другое пока для меня говно. Да пофиг, что брать и разбирать. Ой, уже второй уровень пошел. Так, надо выкладываться. Лампочка. Лампочка. Так, что будем делать? О, дождик внутри идет. Знаете, что будем делать? Второе задание второго тира уже будем завтра делать. Вот, а я с вами попрощаюсь, потому что вот это все говно надо будет перетаскивать. А перетаскивать это значит тащить это все в два захода. В один я не унесу это все. Да? Вот. И там уже посмотрим. Не хочу я сейчас второй уровень делать. Потому что надо, во-первых,
починиться. Ага, починиться. Починиться надо деньги с собой взять. Хотя бы чуть-чуть. Где они у меня? Деньги вы где? Вот они. Это вот это надо починить. Это вот это надо починить. А остальное потом починим. Так. Ладно, мальчики, девочки, на сегодня я с вами попрощаюсь. Вот. Если что-то будет интересно, я еще буду записывать. Ну, интересно, пока это все перенесется, пока там туда-сюда, 5-39. Вот, на этом мы с вами пока попрощаемся. Может быть, еще увидимся сегодня. Сегодняшним днем. Нет, так уже завтра. И начнем страдать на втором тире. Все, всего хорошего, пока-пока.